«Краски Сочи. Цирк» – именно так назвали сочинский праздник, посвященный вековому юбилею советско-российского цирка. Сегодня площадь полностью предоставили детям, главным зрителям цирковых представлений, тем самым дав им возможность реализовать любые творческие идеи, показать, каким они видят мир и какими красками хотят наполнить. Темы не навязывали, дети все решили сами. Я рисую радугу и хочу на заднем фоне, как будто там виднеется цирк. Я не умею писать, но я постараюсь написать «Цирку 100 лет». Для меня цирк – это радость и веселье. Я бы нарисовала большую сцену и клоунов, гимнасток. Цирк у меня ассоциируется с клоунами, весельем, гимнастками. Счастьем, радостью и смехом. Цирк для меня – это представление и, конечно же, клоуны, поэтому я решила взять за основу пейзаж, который стоит возле цирка, и фонтан с самим клоуном. Сама люблю посмеяться и смешные шутки, поэтому я люблю ходить в цирк. Здесь сейчас цирк на асфальте и на бумаге. Вот в чем ноу-хау? В том, что на самом деле цирк – это универсальный вид искусства. То есть цирк – это и спорт, это и пантомима, это и театральное искусство. Но цирк и изобразительное искусство, да, как бы, можно сказать, сейчас у нас такой синтез возникает впервые, потому что сейчас дети рисуют цирк и рисуют его необычно. Мероприятие цирк подготовил вместе с городским собранием Сочи. Организаторы отказались от соревнований и конкурсов, решив, что на празднике детства не может быть победителей и проигравших. Есть творчество, свобода и удовольствие. Все, что нужно для детского счастья. Ну а если не хватало фантазии, на помощь ребятам приходили именитые сочинские художники и дизайнеры. На площади возле цирка они провели мастер-класс. Цирк как-то давно тихонечко сам по себе работает со своими представлениями. А вот сегодняшнее руководство цирка вышло с инициативой проводить ежегодно праздник цирка «Краски Сочи. Цирк». У нас в городском собрании собралась такая группа творческих депутатов, которые с удовольствием поддерживают все инициативы, которые появляются в городе. И как хочется, чтобы их было больше и больше и больше. Цирк – это всегда волшебство, мир талантливых артистов и добрых зверей. Вот и сегодня, попав на территорию «Краски Сочи. Цирк», ребята сами погрузились в творческую атмосферу. Рядом в фойе открылась и выставка «Цирк глазами юных художников». Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.